Следственный комитет опубликовал видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве полицейского в московском метро. На кадрах первые минуты после преступления на станции Курская. Подозреваемый сначала разговаривает с уборщицей, которая прибежала на звук выстрела, а затем быстро заходит в вагон. Женщина видит лежащее на полу подсобки тело, понимает, что произошло, и спешит за помощью. Все случилось в ночь на понедельник. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. В эти минуты его допрашивают. В подсобном помещении на станции метро Курская обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы. Установлено, что ранее сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. В настоящее время установлен подозреваемый, который проверяется на причастность к совершению указанного преступления.